Всем привет, уважаемые подписчики! Еще раз приехали на этот водопад, так как видео набрало большое количество просмотров. Это у нас мост под Чингиза Айтматова, жилой комплекс Мадрид. Здесь еще не помню, как называются жилые комплексы. Здесь улица Султан Бейбарс проходит. Дачи за ними, улица Султан Бейбарс. Вот так вот еще. Смотрите, прям круговой. Много говорить не буду, так как из-за шума ничего не слышно.